Миротворческие инициативы Казахстана и Нурсултана Назарбаева заслуживают внимательного изучения и практического применения при решении самых сложных проблем на международной арене. Таково мнение авторитетных экспертов из ведущих научных и образовательных центров США. Прежде всего, речь идет о важности преодоления разногласий по ключевым вопросам мира и безопасности на планете, прекращении и недопущении военных конфликтов и террористических актов. Примечательно, что по итогам работы Казахстана в Совете Безопасности ООН роль и значение Астанинского процесса по мирному урегулированию в Сирии признана в официальных документах Всемирной организации. Введение Казахстана через вести переговоры, строить будущий мир через систему доверия, нахождение доверия, построение доверия друг к другу в самых сложных ситуациях. Даже были примеры, когда была просто невозможная ситуация, когда страны, которые или стороны, которые не согласны друг с другом, даже не хотели за стол переговоров садиться, но именно модель Казахстана, которая говорит, давайте мы найдем точку доверия, точку компромисса для того, чтобы сесть за общий стол и сделать мир более, скажем, свободным от насилия, свободным от терроризма.